Я думаю, я единственный человек, который берет прямой репортаж. И что это? Объясните мне. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Это ты вот так по городу ездишь, да? Прокомментируйте. Ну что, делать было нечего, была жига. Точнее, жиги не было. Я ее купил. Двигатель. Да, у тебя права есть? И ты медосвидетельствование прошел? Ну, психушку, наркушку, все как положено. Я не понял. Не, ну просто. Чуть-чуть это. Ну, не настолько. Нет, ну, в принципе, угорать нормально. Да? Ну, понял. Еще несколько там, я не знаю, дней. Ну, какой дней? Сейчас первый мусора и все. Понял. Первый мусора, короче. Ставрополь. 20 минут 4-го, 10 февраля. Ну давай, трогайся уже, твой дебют. Я думаю, сейчас ты прославишься надолго. Вот такая вот залипуха.